направлений. Проводим продление действия контракта по вашему контактному номеру с окончанием 10-2-0. У вас договор истекает под сроком сегодняшним днем. Продлевайте договор, либо же нам направлять запрос на блокировку. Подскажите. Конечно, подскажу. Киров 112, Синицын, здравствуйте. Подождите минуточку, пожалуйста. Повисите на линии. Алло. Алло. Да, чем вам помочь? Извините, тут параллельно звонят. Андрюх, возьми, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, еще раз повторите. Да-да-да. Чем вам помочь? Здравствуйте. Алло. Трогите вашего номера, подожду конкретики. Вы планируете пользоваться этим номером? Да, планирую. В таком случае будете продлевать договор, правильно вы понимаете? Да, наверное, правильно вы меня понимаете. Это, наверное, слушай, у них связи нет. Да-да, делайте, пожалуйста, делайте, конечно, конечно, это нужно. Сейчас подскажите, на какой период продлеваем вам номер телефона. Срок продления является поза нового года до бессрочного. Так, а какие у вас там варианты есть? Срок продления является от одного года до бессрочного. Ну так, наверное, бессрочно. Погодите, вы представились, я прослушал. Как вас зовут-то? Анатолий меня зовут. Анатолий вас зовут, да? Это все правильно. Вы в курсе, что вы пропадаете? У вас слышимость через раз. Вы с IP-телефона звоните. У вас интернет плохой, видимо, да? Это, возможно, из-за того, что срок действия вашего номера подошло к концу. Да, вы в этом уверены? Смотрите, мне другие звонят, я прекрасно слышу, как будто вот рядом человек стоит, и мы с ним вживую это общаемся. Это было предположение, я не подтверждал ничего. Возможно. Я вас ставлю в известность, что вы пропадаете периодически. А я вас, то есть вы меня слышите без перерывов? Я вас слышу так же, как вы меня. Так, хорошо. Приветствую. Давайте проверим связь. Я сейчас скажу цифру, вы попробуйте услышать. 48. Вы слышите ее? 48. А, ну то есть вы меня прекрасно слышите. Ладно, хорошо, давайте дальше. Что там надо делать? Я вас не прекрасно слышу, но более-менее слышу. Ага, ну хорошо, что там надо делать-то? На данном этапе, подскажите, на какой период продлеваем вам номер телефона? Мне сказали на бессрочный. Да-да, все верно. Я понял. В таком случае также подскажите, нарекания, жалобы есть какие-то на связи? Ну вот сейчас вы квакаете периодически. То есть я вас слышу с перерывами. Это постоянная происходит. Я слышу, что у вас там фон какой-то еще подыгрывает, но вас я пытаюсь разобрать, но как бы сложно разобрать. А говорю, это на постоянной основе происходит? Только... За последние две недели собеседников в разговоре нормально было слышно? Все прекрасно мне звонили, вы первый начинаете квакать тут периодически. То есть у вас какая-то связь проблемная. Я не знаю, где вы уж там сидите. Я вас понял. Угу. Хорошо, мы будем исправлять палатки. Ну, актуально, да. На данном этапе я просматриваю. Да-да, я не перебиваю, говорите, сейчас пожалуйста. Сейчас просматриваю, заявка поступила в реестр, вам сейчас поступит системное СМС-уведомление для восстановления вашего номера. Ваша задача ознакомиться с этим СМС-оповещением и указать номер вашей заявки. Угу, хорошо. Алло, вы пропали. Вот такая вот машня названивает. Надо было сказать...